Сегодня Международный день театра, профессиональный праздник мастеров сцены. У актрисы Русского театра имени Чехова Нины Незнамовой в этом году тройной праздник и юбилей, в честь которого 20 апреля в театре ее бенефис и достойное признание заслуг, награда за пожизненный вклад в театральное искусство. Признанием публики она никогда не была обделена, всегда купалась в аплодисментах и любви зрителей. А история, как она попала в Рижский русский театр, почти детективная. Режиссеры Белявский и Кац просто похитили ее из Калининградского театра и увезли на машине в Ригу. Вы олень, а не женщина. Нина Незнамова – это легенда. Легенда русского театра в Риге. То, что она уникальная, то, что она может, то, что не может никто. Это абсолютно точно, потому что ее эксцентричное дарование не подвластно ни одной актрисе. Вот то, что может Нина Незнамова, абсолютно точно не может никто. Она сейчас занята в ретро, и вот мы сейчас репетируем новый проект. Это будет оперетта, называться будет она «Женихи». У нее там тоже роль, в которой она отдается вся, она приносит какие-то приспособления режиссеру, она в процессе, она очень над этим думает, и это... Наблюдать за этим потрясающе интересно. Да, ты можешь себе представить? Любит-то он Эллину, оказывается. А то тогда Эльвиню не наценал? Ну, я ему не навязывалась, между прочим. Вот она идет по улице, особенно когда такое время года, как весна-лето, вы ее издалека увидите и поймете, идет актриса, идет женщина. Она умеет себя подать, она умеет себя держать, она... Такой большой молодец. Хотя жизнь сейчас непростая, но все равно она находит в себе силы. Она всегда с прической, всегда с маникюром. Она прекрасная женщина и великолепная актриса. Я поздравляю ее с этим большим юбилеем и надеюсь, что мы будем еще долго работать вместе с ней в этом театре и, может быть, даже в одних спектаклях. Она у нас, конечно, прима-балерина. Как мы ее звали, Браво Лоренци. А вот наша прима-балерина. И она так ножку, оп, до потолка. Вот. Ну, в общем, интересно с ней работать. Она человек непростой, она самоедка, она нервная, она вся из себя неординарная, вот, мечущаяся. Вся, я вся такая неординарная, вся такая мечущаяся. И даже сейчас она, когда ей дают, если даже не очень большую роль, она умеет так из этой роли выжить, столько пластов там поднять из этой роли, что есть чему поучиться. Я не знаю, сколько мне лет, и мне кажется, я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, мои родители ездили по ярмаркам, давали представления очень хорошие. А я, одетая как мальчик, прыгала сальто-морталы и разные штучки и тому подобное. Потом, когда мои родители умерли, меня взял к себе один немецкий госпожай, стал меня учить. Ай, свай, ай. Тут прошла вся ее жизнь. Тут она падала, тут она ей... Сверху декорация на нее падала, спинку ей там ломала. Но ничего, она встала и побежала, потому что мы такие. Нам по голове, когда с балочкой. А мы встали и пошли. Музыка сыграла, собачки затанцевали. Красота. Минувших дней не возродить, былые